просто берешь консервный нож, банку, делаешь две дырки, и создается ощущение, что ты как будто пьешь сгущенку, да, ну как импортную Mountain Dew, да, или Фанту. 1 апреля никому не верю, но только не здесь, потому что каждый стендап был связан с жизнью. Всемирный день смеха нестандартно провели в стенах ОСХАП. Рассказывали об удачных и неудачных отношениях, детских комплексах, о том, что требует модный жанр. Были и забавные истории семейной жизни. Встреча на траве или в специальной зоне коворкинга. Среди зрителей глава городского округа, судя по реакции, обстановкой доволен и в некоторых моментах даже не сдерживает эмоции. Однажды я застрял в лифте. Но так как я не люблю разговаривать, я воспользовался для связи с диспетчером через Google Translator. И выглядело это, ну, примерно так. Секундочку. Помогите, пожалуйста, выйти из лифта. Мне скоро будет не хватать воздуха, и я хочу в туалет, пожалуйста. Вот, а в ответ тишина. Каждый стендапер – участник команды КВН сборная ГГТУ Орехово-Зуево, а еще региональной подмосковной лиги КВН сезон этого года. Не забывали импровизировать, не стеснялись смеяться над собой, вступать в диалог с залом. И даже факт, что среди выступающих одна девушка, тоже обыграли. Всем привет, меня зовут Алина, я девушка. Вообще с моим папой, ну, очень тяжело ходить по магазинам, потому что на любой мой вопрос он отвечает, у нас этим мама занимается. Какое мясо выбрать? Этим у нас мама занимается. Какую кашу выбрать? Этим у нас мама занимается. Пап, давай маме что-нибудь на день рождения выберем? Алина, этим у нас мама занимается. На мой вопрос, чем же тогда занимаешься ты, он ответил очень просто. Алина, спроси у мамы, она у нас этим занимается. Дебют удался, оценил каждый участник события. Заключительная фраза вечера – стульчики, не забудьте за собой убрать.